Он только начал все снимать, и сейчас говорит ему, ну типа... Тут что-то снимается. Чего? Амиров. Чего это? Я, а у Внимание, на второй площадке начинается показательная игра. Прошу участников, участники, вторая площадка, сюда подойдите. Итак, внимание, на второй площадке начинается показательная игра. Мужские пары. Мужчины в оранжевых майках. Игрок волейбольного клуба «Прикамье». Победитель Приволжского федерального округа. Участник первенства России по пляжному волейболу Дмитрий Бабин. Напарник по пляжному волейболу, призер, победитель Пермского края, участник турниров Арсений Булышев. Победитель Уральской лиги, призер-победитель Пермского края, чемпионатов Пермского края Виктор Симонков. Те же звания у напарника по игре Илья Сварев, город Березники. Итак, внимание, подают юноши в оранжевых футболках на подаче Дмитрий Бабин. Один ноль на подаче Бабин. На подаче Илья Сварев. Подбор. Ошибка у Виктора Симонкова. Счет 2-0. На подаче Дмитрий Бабин. Зрители, где вы? Зрители! Попытка выполнить обманный удар, перевод вдоль сетки, увенчалась ошибкой. На подаче Виктор Симонков. Обманное движение. И Дмитрий Бабин забивает
гол, зарабатывает очко для своей команды. Счет 3-1 на подаче Арсений Булышев. Силовой нападающий удар в исполнении Симонкова. Счет 2-3. На подаче Илья Сварев. Мяч площадки в исполнении Бабина. Он же на подаче. 4-2. Нападающий дар в исполнении Симонкова увенчался успехом. Мяч задел блок. Счет 3-4. Подает Симонков. Прием. Ошибка касания сетки игроком под номером 2 Сваревым. На подаче Булышев. Номер 1. Ошибка при приеме. Переход подачи. Подает номер 2 Сварев. Счет 4-5. Игрок под номером 2 выполнил нападающий удар. Добивается успеха. Счет 6-4. Он же на подаче. Обманная комбинация в исполнении Дмитрия Бабина достигает успеха. Он же на подаче. 7-4. Отличный блок. 8-4. На подаче из Бабин. Зрители! Оп! Зрители, аплодисменты ваши! Поддерживаем! Поддерживаем наших участников! Счет 6-8. На подаче Симонков. Подача в прыжке не удалась. Переход. Подача на подаче Булышев. Счет 9-6. Хороший, отличный нападающий удар. Блок не смог с этим справиться. Переход подачи 7-9 на подаче Сварев. Вот так вот можно с приема выполнить нападающий удар. Переход подачи 10-7. На подаче Бабин. Смена сторон
на подаче номер 2 Бабин Дмитрий. Счет 11-7. Мяч за пределами площадки. На подаче Бабин. На подаче Симонков Виктор, номер 1. Обманный перевод в исполнении Бабина. Счет 13-8. Переход подачи. На подаче Булышев. Игроки в оранжевых майках. Мяч в площадке в исполнении Симонкова Виктора на подаче Сварев Илья. Ошибка в приеме. Переход подачи. 14-9. Сет бол. Первый сет с болу в исполнении Булышева. Мяч в площадке. 10-14. Второй сет бол. Мяч в площадке. На подаче Симонков Виктор. Счет 11-14. Третий сет бол. Итак, первая партия закончилась со счетом 15-11. Победила пара Дмитрий Бабин, Арсений Булышев. Первые партии проводятся жеребьевка между командами. По правилам, во второй партии выбирает команда, которая проиграла жеребьевку. Вторая партия. Зрители, поддержите участников. На подаче Бабин Дмитрий. Счет 0-0. Хорошее действие в защите. Перевод. Отличный перевод в исполнении Виктора Симонкова. Он же на подаче. Счет 1-0. Ошибка в приеме. Счет 2-0. Обманный перевод в исполнении Ильи Сварева. Счет 3-0. На подаче Виктор Симонков. Мяч за пределами площадки. Ошибка при подаче. Подает под номером 1 Арсений Булышев. Счет 1-3. We will rock you.
отличный блок. Но команда в синих майках не сдались. И нападающий удар привел к успеху. 4-1 на подаче Сварев Илья. Нападающий удар выполнял Дмитрий Бабин, он же на подаче. Счет 2-4. Перевод. Касание сетки под номером 2 Дмитрия Бабина. Ошибка. Счет 5-2. Ошибка была в приеме, но они исправили и добились успеха. Счет 3-5 на подаче Булышев. Обманный перевод в исполнении Ильи Шварева. Он же на подаче. Счет 6-3. Мяч за пределами площадки. 7-3. На подаче Илья Шварев. Ошибка при переводе. Смена сторон. Счет 3-8. На подаче Виктор Симонков. Касание блока. Переход подачи 4-8. Подачу будет выполнять Дмитрий Бабин. Силовая подача в исполнении Бабина. И в ответ Симонков выполняет нападающий удар, забивает гол. Он же на подаче 9-4. Идите на подаче Илья Шварев. Браво! И аплодисменты! Делают классные игроки, мяч в площадке. Игроки в оранжевых майках достигают успеха. Переход подачи 5-9. На подаче Арсений Булышев. Обманными ударами цель достигает Виктор Симонков, он же на подаче. 10-5. Мяч за пределами площадки. Вот
как отлично поддерживают игроки, юноши, участники юношеского турнира. Турнира Тритончик, Тритоша из города Березники вместе с тренером. Тренер города Березники Лариса Кнау. Касание сетки, ошибка при нападающем ударе игроком номер 2 Сваревым Ильей. Силовое выполнение подачи, обманное движение, ошибка во втором пасе. Да, игрок под номером 1, Булышев Арсений, сделал все возможное в защите. На подаче Сварев Илья номер 2. Счет 12-6. Красавчик! Какой красавчик Виктор Симонков! Не дал очухаться своим соперникам и прямо с первого приема он забивает гол. На подаче Илья Сварев. Счет 13-6. Взаимодействие между игроками, обманный нападающий удар в исполнении Дмитрия Бабина, счет 7-13. Но игра зависит не только от игроков, но и, конечно же, от судьи. Правильное выполнение всей жестикуляции, которую игроки понимают, и из-за этого не происходит никаких споров между игроками. Четкое судейство. На подаче Виктор Симонков. Силовая подача. Прием. Пас. Перевод вдоль боковой линии. Ошибка во втором пасе. Счет 8-14. Второй сетбол. Вот Березники завелись-то. Как они завелись сильно. Вот что вы сделали с вашими показательными выступлениями. Опять ошибка в переводе. На подаче Бабин Дмитрий. Счет 9-14. Хоп, хоп, хоп. Давай, давай. Двигай тело. Лопа. Конечно, как же им не болеть, когда за команду в синих майках играет их земляк. Илья Сварев. Счет 15-9. Счет по партиям 1-1. Третья решающая партия в этой встрече. Чебан Максим, секретарь Лепа Анастасия. Подачу выполняет Бабин Дмитрий. Счет 0-0. Третья партия. Упорная борьба между соперниками. И мы наблюдаем очень красивую игру. Что они творят в защите? Просто молодцы! Обманный удар в исполнении Мишварева.
счет 1-0 на подаче Виктор Симонков. На подаче Арсений Булышев, счет 1-1. Мяч в площадке. Для информации, лента, которая ограничивает площадку, входит в размер площадки. Любое задевание мячом ленты считается мяч в площадке. Ошибка при приеме. Переход подачи. 2-2. Мяч за площадку. 3-2. На подаче Виктор Симонков. Подача, но за пределы площадки. Счет 3-3. Обманный перевод. Игроки в оранжевых майках показывают отличные действия в защите. Мяч поле, но ошибку допустили оба игрока. И судья присуждает очко команде в оранжевых майках, так как игрок под номером 1 допустил касание мяча на стороне соперника. Переход подачи, счет 4-4. Илья Сварев делает попытку забить соперникам гол. Да. Площадь головы Арсения Булышева не позволила ему забить гол таким образом. Мяч за пределами. Ошибка в приеме. На подаче Дмитрий Бабин. Счет 5-5. Поиграли две партии, теперь можно и побаловаться. Мяч в площадке в исполнении Виктора Симонкова. Он же на подаче. 6-5. Зрители, громче! Не слышно вас, громче поддерживая! Вот это красивые взаимодействия между игроками. На подаче Дмитрий Бабин, счет равный, на подаче Булышев Арсений, счет равный 6-6. Это не блок, это блочище. Исполнил его Дмитрий Бабин. Счет 7-6 на подаче Булышев Арсений. Обманный перевод. Игроки, мы хотим увидеть силовую игру. Ой! Счет 8-6. На подаче Арсений Булышев. Да.
Евгений Булышев показывает просто акробатику в защите. Но игроки в синих майках в исполнении Илья Сварева приводит к успеху. Он же на подаче, счет 7-8. Мяч в площадке. Дмитрий Бабин забивает гол. 9-7. На подаче Дмитрий Бабин. За пределами площадки 8-9 на подаче Виктор Симонков. Счет 10-9. Подает Бабин Дмитрий. Отличный нападающий удар в исполнении Виктора Симонкова. Счет 10-10 на подаче Сварев Илья. Ошибка при блоке касания сетки игроком номер 2. Дмитрия Бабина. На подаче Шварев Илья. 11-10. Они выходят вперед. Да, Арсений у нас умеет принимать любыми частями тела. Гол. 12-10. Сейчас начинается самое интересное. Конец партии, конец встречи. Да, непростительная ошибка. Счет 11-12 на подаче Арсений Булышев. Переход подачи 13-11, напоминаю, третья партия идет до счета 15. Мяч заботится за пределами площадки 12-13. Попытался поставить блок Виктор Симонков, но от блока мяч покидает площадку. 13-13 на подаче Дмитрий Бабин. Ошибка в приеме. Первый матч-бол в исполнении команды в оранжевых майках. Дмитрий Бабин на подаче. Мяч за пределами площадки. Итак, матч закончился со счетом 2-1 в пользу
игроков в оранжевых майках. Дмитрий Бабин, Арсений Булышев. Команда соперников Виктор Симонков, Илья Шварев. Зрители, поблагодарите, пожалуйста, участников показательной игры. Ребята, постройтесь, пожалуйста. Дима, постройтесь. Итак, дорогие друзья, мы приглашаем для церемонии награждения участников турнира «Спиритоша» для слов благодарности показательное выступление. А мы всех построим, мы всех наградим. А вы будете вручать, так будет лучше. Итак, мы приглашаем участников турнира «Тритоша» на построение для награждения. А также приглашаем для награждения команды «Зубры пляжа» и 2+2.